Сегодня у нас 26 мая 2017 года. Вот с Никитой решили посмотреть. Совят в дупле. Он нападает, брат. О, атакует красавица. Маленькие сидят там, маленькие. Щелкает, щелкает клювом. Это значит перед нападением. Он идет. Второй с тылу не напал, который. Ну да, там. Кстати, он... Посмотри на них, какой у нее. И она щелкает клювом. Слышишь? Это видео перед атакой. И она щелкает, и там щелкает, они перещелкивают. О! Перещелкиваются. Одного вижу. Тихо, тихо, тихо. Мир, дружба, жвачка. Шарик даже не видит ее. Шарик, посмотри на это. Да мы не тронем твоих пинцов, нужны они тебе. Ну, они нам видны. Ага. Атакуют. Ну, сейчас, ладно. Шарик, а Шарик? Шарик, ну, тебя-то она не трогает. Ты ей не нужен. Одного вижу. Ну, один на дерево, а я утром сегодня было. Не трогай, говорит, не трогай моих детенышей. Вот там один. Уголком шип. Ну, ветка ее, конечно, отпугивает. Конечно, тоже. О, пошла. Ты видишь, ты снимаешь ее? Да. Вот как она близко сидит. Смотри, какие глаза. Глаза как глаза. Приблизь, она ж сова. У-у, у-у. Как они там. Какое чудище. Рим. Сейчас еще раз попробую посмотреть, что там. О, а это что за птичка он? Это дятел. Что, Шарик? Смотри, Шарик-то боится. Он поймает, чем пахнет. Два. Один в одном углу, другой в другом углу. Ты до этого Шарика прицепи. Надо же, Игнатьевна, же достать, говорит, их надо. Постарайся один хотя бы достать одного. Только на нее всегда посматривай. Да как ты ее достану? Не достать там? Шарика прицепи. Вон столбушок, брат. Нет, он тебе здесь мешаться будет. Вон туда, дальше. Дальше его прицепи. Вон тот большой. Вон. Ну, как-то безопасность эта ветка, знаешь. Нет, она тебе не нападет здесь. Ты же, это когда ты близко к этому подходишь. Да все равно, она знает. Да все нормально. Не будем мы твои детеныши никуда девать. Всего лишь посмотрим и все. Что ты беспокоишься? Понятное дело, что ты. Ты, наверное, мать или кто беспокоится-то, непонятно. Я тебе, если что, крикну. Слышишь, чё? Ты по-моему видел, как он на меня щелкает клювом. Да? Такая... Слушай, надо снять это все. Дай мне камеру, я засниму, ты подстрахуй меня. Давай ветку. Маяч. Так я смотри, аккуратнее там. Тук-тук. А второй друг твой вон. Ты там такой большой дупло, что ли? Да. Такие у них лица перепуганы. Ну что, получится достать? Может, ты попробуешь? Какой попробуй, ничего себе. Ты с твоим ростом не можешь, а я куда вообще? Да я боюсь, что она меня будет бить дзёбом. Кто бить? Эти детёныши? Они очень крупные. Крупные, да? Пусть посмотри. На это. Напряглась она. Оп, покакала. Че бы она переживает? Не летел. Но... Видал? Думаешь, можно достать их? Не знаю даже. Я думаю, можно, наверное. Только наверное, тут бы что-нибудь другое было, кто-нибудь пенек бы рядышком.
Тоже одной рукой неудобно, можно как повредить его, оно же просто так не дастся. Может сюда прийти, когда ее не будет. Да она всегда рядом, ты че? Они же вдвоем раз. Там второй где-то летает. Че? Интересно, она будет меня этот клювом бить? Если попробую. Они безобидные, походу. А, нет, щипает, щипает. Клювом щипает. Щипает, да? Больно? Да перчатку щипает. А, перчатка. Видишь, неудобно их взять очень. Это... Ну да, не хватает под вторую ногу у тебя ступеньки. Ну что, навряд ли надо, да? Я боюсь повредить. Я сейчас одну руку полезу туда, его на шкибарке вытаскиваю. Ну да. Ладно. Ну ладно, все давай. Другой раз может. Да в другой раз навряд ли. Они уже сейчас вылетать будут. Раз один уже вылетел, двое я сегодня увидел утром. На камеру сняли немножко. Ну слава богу. Ну все, пойдем, брат. Ага, да. Слава Христу. Аллилуйя.